Четвертый сезон «Хонтур» представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на turhongarena.ru. И всем еще раз привет, это второй Best of 2 на сегодня. Команда Ки против команды Кам встретится у нас в этом матче и в следующем. А со мной в сокасте по-прежнему Глеб Пегас, который, по-моему, здесь. Глеб Пегас, ты здесь? Нет его. Ну и ладно, скоро подойдет, одну минуту он пишет. Тем временем, ребята из команды Ки взяли у нас Магмуса, Дедлифта и Силуэтку. Команда Кам, Мидас, Дедвуд и Дарк Леди. В первой стадии банов забанили команда Ки, Ревенант и Мараксус. Вайтсолом и Бегемотом ответили им Камы. Вот сейчас у нас идет вторая стадия банов. Пока что не закончена она. Как ребята пробанят у нас по три персонажа, я вам их оглашу. Ну и закончилась вторая стадия банов. Эмпас, Паразит и Мойра. Это от команды Ки. И Легионер Андромеда Хеллбрингер. Забанили у нас ребята из команды Кам. Осталось у нас пикнуть, что, саппортов команды Ки. Также саппортов осталось взять команде Кам. Я тут. Ага. Что тут у нас? Магнус. Ну, Керри уже Силь. взяли у нас Дедлифта. Дедлифт против Силки, Дедлифт, Мидас. Ну, напрашивается какой-нибудь из двух забаненных Бегемота либо Легионера. Даже не знаю, что им еще нужно. Вот я, знаешь, что думаю? Неужели сейчас опять будет Пеблс? Пеблс Гласус, в принципе, сильный лайнап. Ну, стоп, какой Пеблс Гласус? Там же Дарк Леди. А Дарк Леди не стоит соло, тем более против Дедлифта. Нет, против Дедлифта соло не. Тут нужен саппорт, и лучше два. Ну, есть мидер такой, как... Стоп, а почему мидер? Мидер-то уже есть, Мидас. На Дедвуд может отправиться в харду, и триплу могут поставить или через второго саппорта, или через лесника. Ну вот, лесничком отвечает у нас команда Ки. И остался заключительный пик для команды Кам. Так, да, что там в итоге, что последнее было? Последнее было, я пропустил, Солстис. То есть это будет хардлайнящий легионер. Дедлифт, по-моему, вот этот вот хардлайнящий Дедлифт кого-то там унизил из последних игр. По-моему, там по-моему, были... этим был я. Папиным мастером, да.
А, да, когда тебя гладиатором красавчика на линии одного. Да, припоминаю, кого-то там так неплохо пошатал. Ну, Темпес, так. Темпест там, да, отвечает у нас ребята из команды Кам. Ну, то есть здесь получается соло Дедвуд и соло Медас на харде. Или... Или наоборот. Нет, все-таки Медас на харде. Ну, да, получается, Дедвуд будет на миде против Магмуса. Ну, скажем так, с приходом Дедлифта и Солстиса вместе, конечно, Дедвуд точно будет отъезжать. Если не будет отходить в эти моменты. Просто получается, разгон Солстису так он может сбить, в принципе, бревном, но от этих ручонок ничего не спасает. Да. Это Проклятые вот в руки. этом пике точно ничего не спасает от ручонок. Они такие, как пальцы пианиста, знаешь. Ну хотя Мидас может Стабильненькие. отблинкаться. Но там, если руки заканчиваются, да, Не, они могут если спасти. руки отвалились, значит все. Тогда руки дедлифтов в тебя попадут. Если тебя схватили за яички, то Да. все. Тут уже не убежишь. Сейчас в ТММе, кстати, вот связку обузят Мидас дедлифт. Да, с дедлифтом много чего там. Дедлифт артиллерия, дедлифт дедвуд, там что угодно. Что угодно, что нуждается в Ну там, контроле. я не знаю, инвалид в инвалидном кресле просто за 4,5 секунды. Или сколько там? Да, 4 секунды мобилайза. На последней, да, там Не 4 секунды. мобилайза. Там до свидания. Там любым сплом просто попадешь. Ну Нет да, такого там... спла, которому нельзя попасть за 4 секунды. Просто этот герой, как по мне, отлично заходит на роль вот такого вот лесника Ромбля. Потому что На роль он не Дауна он нужен. заходит нормально вообще. Не, но он не нуждается просто реально в особом фарме. То есть там второй левел на самом-то деле ты апнул просто... Прокачал первый спел, и все, бегаешь по карте просто. Ну, просто нужны герои в команде твои такие, чтобы им действительно вот это вот стана на 2 секунды вначале хватало, чтобы кого-то убить. Потому что если там какие-то, ну, будут стать персонажи пассивные, типа там, не знаю, Солнстилера, который там на втором левеле 2 койла даст на 150 дэмэджа вместе, но это не сильно дэмажит. То есть это не поможет. Но даже так, на втором левеле там даже Мидас, который там, даст 2 каста, он там не больно даст. Вот какой-нибудь Свифт еще с каким-нибудь саппортом. Вот это к ним прийти очень интересно. Ну, посмотрим. Вообще, Дедлифт, да, это герой, который должен доминировать в ранней игре, потому что иначе в поздней он становится бесполезен просто. Если он просажен Ну, как очень тебе сильно. сказать, в поздней игре с такими Не, крипами. ну, не, понятное дело, что он в какой-то мере будет полезен, но если он не будет жирным, если он не будет жить, его будет сдувать. Просто будет сдувать. Вот это герой без эскейпа. То есть, как бы, если ты слишком слаб, чтобы драться, то ты не убегаешь, ты умираешь просто. А если ты жирная машина, возле которой еще бегают крипы, которые дают стан, замедление, рейслинг своего союзника, и при этом, если в тебя въедут, и ты проживешь достаточно, чтобы твоя команда уже раздамажила, и Рапсодия успела тебя спасти. Тогда да, ты будешь как бы решающей фигурой в этой игре. Ну, погнали. Пора бы. Как-то нам сегодня у нас неудачный день попался, судя по всему. Да. Ну, как ты Все. думаешь, Гладиус Дарклейди? Глаз у Зеркледи, да. Ну, каковы шансы, как бы, против Дедлифта? Ну, Как больше, ну... чем я тебе... Нет, если ты спрашиваешь, у Дарк Леди больше шансов, чем у Папет Мастера, я тебе скажу так. И здоровье, в плане Ну того, что у него и брони в 2 раза больше, у да, и этого талант героя, меньше. и скорость бега у него больше, Но как ты и считаешь, эскейп есть. лучше взять щиток против дедлифта или базилку? И то сойдет. Это Ну, сойдет. лучше, конечно же, на ранней стадии щиток. Но Взять синий мне щиток бы, даже, да, и вот мне базилку. кажется, даже я,
ну, со своей стороны, конечно, взял бы колечко. В плане того, что просто я алчный. Ну, мне щиток потом продавать, покупать все равно ведь этот Guardian Ring и собирать базилку. Ну, потому что Dark Lady создана для базилки. Вообще. Создана. Ее создавали с базилкой в руке. А герои под предметом. Да. Ну, я не знаю. Ну, вот не знаю, вот этот вот Гладиус, три бобра, может попытаться. Ну, это я. Ну, и, скорее всего, Куман тоже алчный. Вот, видишь, так он тоже Guardian Ring себе купил. Мне кажется, там в курице сейчас красная. Ну, скорее всего. Ну, да. Потому что без красной суппорта ну, не выжить. Вот что точно бы я не сделал, я бы не покупал два минор тотемчика. Еще бы одну красную? Нет. Ну, или красную, или... Две пачки древьев, да. С кулдауном нынешним. Нет. Посмотрим. Конечно, красная банка, она решает. В плане того, что если она есть и у саппорта, и у тебя, тогда кулдауна нет. О, Лена. Ну, сейчас Дедлифт расскажет Гладиусу, где его место. Что он не прав был, да. Он просто может бежать за ним, и крипы будут банить. Так да, ты просто райт-кликаешь, а у крипов МС-а 325. Ну, изначально у которых вызванных крипов, у них как будто какой-то бонус, они бегут в два раза быстрее. Ну, вот смотри, там, посмотри, по-о-о. Да. Хотя пока, и написано 325, но они бегают они очень быстро. Пока не подходят к тебе. Нифига себе. Сейчас. Он рассказал Делке, что по таурам твое место, и расскажет сейчас Гладиусу, что в принципе... Да, и как раз ему дали время пропить моноход, потому да. что закончился. Блин, герой, ну, очень. Да, он очень напрягающий, конечно, если он тяжело справится. Им главное не допустить ошибку, не отдаться. Ладно, его так не обузили, когда его еще не прочитали как книгу до конца. Когда у него скилл стоил не маны, а 3% здоровья. 6. Ой, я представляю, это была бы боль. Что говоришь? Ой, больно. Подцепили Гладиуса! И скорее эй, всего это ФБ. Где-то я это уже видел, но... И не умрет Дэнли. Какая боль. Ну, в роли Гладиуса был Папет. В главной роли. Ну тут, кстати, неподалеку фармит Темпест, у которого, кстати, Чилис, и будет он выходить по ходу фаст с Тролябу. Ну, понимаешь, Бэт Дэдвуд уже с ботлом. Ой. Если он сейчас возьмет сапоги... Ой-ой-ой, а как что? Так? А на Силкин ГПМ, посмотри. Силки? Да. Чё так? Вот, я тоже спрошу. Там Казандар, что ли, убить динает много? Или что? 4 динает. Ну, вообще-то у... Казандара 260 ГПМ да. против дабл лейна. Подцепили Мидаса. Ну, Мидас это уже ботинки. Выбили из него, кстати, одну красную, у него КД. Да, что-то совсем печально. У Дедлифта, кстати, сапоги, вот сейчас реально его очень тяжело будет убить, просто потому что... Ну, а Дедлифт выиграл свой лайн, а Изи лайн проигрывается, по сути. А я не понимаю, как момент. Это, как так все печально? Граблять силки... Почему удар это не наносило? Ну ладно. Может подлайк. Корни от Дедвуда тем временем на миде по Магнусу, но промах. Ой, а Темпеста-то приятно найти, крипов. Да. И, кстати, он его убьет. Без вариантов. Анслот. А, там еще ручки. Ручки. А где же ручки? Вот, ну и что? Вот что с ним сделать? Вот он бегает, он машет своими руками и так помимо. Да, конечно, он еще и кидает. И ногами добивает. Да. Просто машина. Кстати, тем временем Дедвуда на миде задавили. А, кстати, да, Солтис выходит, но... Ну, в ответ убивают Солтиса, но Солтис убирает позднее. Поэтому... Но это все равно, это в пользу команды Ки. Да, потому что Магма стоит фрифарм. Да. Ну вот силка вроде нарастила свой ГПМ 250. Что такое 250? Ну, на начальной минуте. У тебя же не будет сразу 500 ГПМ, так? Ну... Его же надо изначально разогнать. 300, как бы вроде говорят, если крипов не пропускать. Вот я сейчас вижу, что топ ГПМ в игре это ручки дедлифта. Ну там 2 килла. Ну вот он сейчас, смотри, он купил себе бутылку. Мана-баттери, и теперь, в принципе, если Делка будет использовать
второй, третий Стелл спел, Гладсус колбу да. будет кидать на дедлифта. Это все равно плюс дедлифта в том, что у нее есть еще и бутылка. Он будет рекаверить да, это все хп. Его, такого дедлифта можно только заберсить втроем, просто вот зайти и убить, да. а не ждать, пока там прохарасит или такое, это невозможно. Не, ну в принципе да, сейчас Делка натерпит, этот натерпит на ботинки и в принципе они с Гласусом его в состоянии забрать. Ну вот прямо сейчас. Ну вот пока он под тауром. Ну вот что-то вот он сейчас третий спел дал. Ну вот подходит еще Темпест и скорее всего сейчас Дедлифт будет умирать. Залетает Делка. Успел он положить анслот на Гласуса. Еще третий спел, да? Ой, он чуть на него не только анслот положил. Ну вот было близко. Я говорю, вот так вот его можно убивать. Втроем, не давая времени, потому что время играет против тебя, когда ты убиваешь конечно, Дедлифт. Конечно. То есть только быстро Блицкрига вот так вот убить. Ну, Дейл сейчас теперь на гастах, то есть демеджа теперь достаточно. Теперь они его даже с Гладсусом будут забирать. Кстати, смотри. Дедлифта сейчас второй раз будут еще забирать. Не-не-не-не, он одумался. ПТ-шечка тем временем на солнце, фармит он достаточно неплохо, при том, что у него есть одна смерть, но есть один фраг. Ну, он за эту смерть получил ассист, потому что он там не так сильно... Какой ассист? Он фраг заработал. А, он фраг заработал, ну тем более, да. Мне кажется, Дедлифту надо сейчас качать на два ручки и идти помогать убивать Дедлифта. Да, ну да, вот ручки летят по Делке. Ну, он сначала типа под чеком не стоит, и Гласиус плюс всё. Нет, да. Помимо Гласиуса там еще есть... Ну, Демпус, да. Маржели. Ну, ты не, ну, понятно, что ему страшно сейчас, понимаешь? Что сейчас его убить намного проще. Знаешь, кому сейчас будет страшно? Мидасу. Он-то не знаешь, что Солнце забежал его эншей фармить? Да, Солнце со стимом. Интересно, что он сейчас возьмет. Макшенный третий спел или первый на трёшечку? Я думаю, что третий. Вот если он сейчас возьмет первый, тогда у него будет 1000 РНЖ на первом. Они хотят убить Дедлифта. Очередной раз, да. Дедлифт ручки. А если... О, пошло ручки. Пошли. Ручки. И достанет. Ручки. За малым. Ну, кстати, если просто... А нет, слишком далеко он начинал доставать. Ой-ой-ой-ой, проблемы серьезные. У Магмуса ульта слетает. И до свидания, Магмус. Да. А если бы достали ручки, тогда бы Солстиса сверху со стана Магнуса. Корни залетают еще и по Дедлифту, но в этот раз ульты нет. Но есть Гладсус с колбой. И Дедвуд продолжает нарезать. Полетел. Солтис можно раскрывать. Ультимейты заберут Дедвуда. Так еще Солтис-то вместе с Дедлифта могут забрать и Гладсуса. И Солтис просто уничтожает команду Камп. Полетели ручки, залетят сейчас, видев Делку. Есть подкопы. Да неужели? Ого, вот это да. Делка так-то прилетела помочь своей тиме, но... Братья, я с вами. Хотя бы где-то. Пусть даже это будет, наверное. Какая же байка. Да, понятно, что и отыгрывает как бы на нем хорошо сейчас. Игрок региона, но вообще герой сам по себе. Дедлифт собрал себе обгрейженные ботинки. Ну, арморные, правильно. Ну, кстати, они МС дают больше, чем ПТшка. Да, они МС дают постоянно больше, чем ПТшка, то есть они дают... И больше, чем косты. Они дают ко всем статам понемногу. И действительно, намного меньше дэмэджа ты получаешь от таких героев, как ДЛ и Дедлифт. То есть, как бы, пробить 1000 хп под 10 арморами, а если активировать 12, уже намного тяжелее. Решил через алхимисты солтис пойти, и, кстати, мне такие солтисы нравятся больше, чем через повертал. Ну, они обычно что-то могут плейти, а не только в начале. Просто все равно солтиса при правильном позиционировании, мне кажется, ты можешь той как-то помочь своей команде. Нет, я в плане том, что... Тем временем Магнус забирает опять вселенного Деда, вот видно, попал он корнями. Полетели ручки, и Мидас находит. Но тут рассказ от Мидаса успел. И отблинкивается, и вчетвером не забрали, ребята, этого бедного Мидаса. А чем? Там только есть, там только вот, разве что если Солнце застает ртой, то под ручки катать
самую длинную ульту. Так вот, что я хотел продолжить. В плане того, что Солтусу ПК это хорошо, но он не всегда заходит. Надо знать, ну, когда да, его брать. Типа, это типа предвестие ситуативный итем. Активной игры. Ну, даже не стоит там слот юзать. Но можно так на Т2 пойти. Там пачка идет сзади еще. Зачем вот тому же в этой игре Солтусу ПК, если у тебя есть Магбус и инициации, и есть дедлифт, который может запустить первый спелл и попасть? Темпос, кстати, в грибах. Темпос через меху. Угу. Ну, имеет. Потому что Чилиска, да. Чуть такая вариация есть. Ручки! Темпуста! Вот с чего это было вообще? Забайтили на этот. Просто залетели ниоткуда. Силка! Нет, там Мидас потратил косты. Силка ж побежала на Темпуста, и Мидас отрезал ей путь, кинул косты, и Силка развернулась. Из-за Магмус, возможно, сейчас заберет руну регенерации, да. Так у нее еще и руна ДД есть. Ручки засекьюрит фраг, но вовремя прожатая мека спасает жизнь. И тут 5 человек команды Ки, рассказ ульты от Солнца сразу же сдувает этого Темпоса. Еще силочка загонит Гласуса, но есть тут, ну скоро будут ручки. Но есть же наши ручки. Бам. Ну это не герой просто, это, я не знаю. Это ручки. Ну и сейчас будет падать Т2. Тем временем Делка пытается запушить тавер, но кто-то полетел отбиваться, это Магмус. Подкопал. Ну и ничего не сделает ему Делка. Ну, он загнает тавер. Чипайте. Динай, динай. И, кстати, Хлоборда... Да, практически забрал Т2. Рассказ Мидаса. А Силка без иллюзий не может забыть. Да, и... тут в плане того, что тимфайт потенциал все равно сейчас на стороне команды Кам. При том, что у них есть фаст мека, у них есть... все, больше у них ничего нет. А ты, я вижу, оценил. У них есть мека, и больше у них ничего нету. У них нету ручек. У них нету заложенного смеха. Нет, все-таки я погорячился, я увидел фастмеку. Не, им нужно пока ручки. Да, и Солтис-то выходит в инсанитариус. Ну долго, успеет застанет, кстати. А, тут Мидасы залетают, лотцы от силки, да, и забирают оно в прыжок. Он ручки через, получается, туда, через сторону иншей, по лесу, и там не было времени. Ну да, обводящий. Кстати, Никитка поставил вард на варде. И выходит в Абиссал. Дедлифт. Кстати, у него уже две самых дорогих части от этого артефакта есть. Это у Дедлифта? Да. Хороший пример для него. И крипы больше, там получается вышки вообще легче сносить. И смотри, кстати, раскачку. Анслот у него на единичку, на 3, третий спелл. И замакшенные ручки. Не качает он гроб. Потому что третий тебе вначале хочется качать, потому что и крипы крепче, и дамажит больше при активации на 25. А дольше крипы живут. Ну, а ручки... Да, ручки, вот. Вот они. Вот они, ручки. Просто ты даже попал, ты знаешь, в течение 4 секунд он не дозвенится с места. Не будет кидать у тебя корни, не ультанет тебя. Не, что это корни-то он будет кидать. Не, ну он кинет корни, но он не добежит до тебя в течение там ближайших 5 секунд точно. Ну это да. Ну, преимущество сейчас небольшое, но... Ну, Солтис в плане ГПМа прям вообще вот, мне нравится. 460, да. Но у него 2 килла вот установилось. Ну, 470, много. Плюс алхимисты. А, которые но... все равно себя окупят. Ну, да, со временем, да. Он же ранее алхимисты взял. Да, но на самом деле он сейчас ГПМ получается и XPM на карте. Ой, залетает. Дедвуд сразу ваншотает Рапсодию. И гонится у нас за этим рукастым. Попадает корнями, ну почему корнями, же ребята почему? Не пошли? В ответочку, будет, да? В Темпоста. Ну. Ну вот выформить. Не-не-не, выформить портал кей Магмусу и. Да, и можно будет просто под ручкой кастовать. Да. Только видишь, что они попали. И ничего с этим не поделать. Да, то есть ты кастуешь ульты реально две. Сколько? 2 секунды получается? Да, 2 секунды. Ну, блин, кстан, ладно, все это, допустим, займет у тебя 3 секунды. Ну, ручки держит 4. Абиссал на дедлифте. То есть можно даже ждать гарантированного попадания уже.
а не там заранее начинать поставить. Да, Инцинитариус на Солтисе, дофармливает он 3 полстак иншей. Можно и Солтис в течение 3 секунд кастует, то есть тоже и можно попрочить. Достаточно, ну как сказать, не быстрая линка, но допустимая. До 15 минуты. Силки? Да. Ну вот с тем, что она в начале, там из первых, как я понял, 2 пальчик, наверное, много пропускала крипов. Или меда смешал, или, ну... Ну, отчасти, мне кажется, меда смешал. Я думаю, да, в любом случае, там, меда смешал, но... Очень там много пропустил силка из первых матчей. Ну... Но... Все равно, раз, два, две сессионных вышки. Ну, ты просто смотришь вот на этого Солтиса и понимаешь, что... ПТ-шка у него в интеллекте. Так под Е только что. Вон он и играется, вон он ловко, со силой. Да я так. Он развлекается как может. Ну тем временем в Dark Lady остается один Бордсворд до появления Рунклевера. А, кстати, да, 16 минут. 420 гп. Да, 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 должен уже быть Кливер. Вот он подлетает. Ну леса-то нету особо простака, но у команды Камп. Ну и посмотрим, смогут ли команды Ки одержать, точнее не одержать, забегая вперед, а сделать сенсацию уже в третий раз подряд. 1-1 Кэт, 1-1 Мека, ну точнее Экс Мека. Ай тупи, не тупи? Да. Я думаю, что вернется Мека. Я ставлю на то, что после конца сезона в следующем цикле будет снова Мека. Может быть. Дедвуд попытался за Найт Тауэр. Но у него ничего не получилось. Портал Кей есть ведь. На Магмусе прилетает ему прям только-только. И 11 на Лу. 11 на Сирку, 13 на Солстисе. У Легиона чисто неплохо, честно говоря. У Легиона очень все неплохо. Да, им бы удачно подраться, чтобы еще увеличить свои преимущества, отрыв. Потому что сейчас он, ну, такой шаткий очень. Все равно сейчас одна драка все решает. Темпест решил покупать толкалку, походу, вместо Купра. То есть он уплотняется, он собирается еще немного танчить. То есть уже 1350 кп. И это не предел, судя по всему. Подцепили, тем временем Солтиса. О, как уходит он из корней Дедвуда, но тут рассказ Мидаса. А можно переключить? Забузил бы Инцинитариус. И вообще бы, я мне не кажется, знаю. Мне кажется, он мог сейчас даже... Переключить, да, мог. Он мог переключить. А его ресурс, смотри. Мог, я говорю, еще мог Магмус раскастовывать ульту, а Дедлиф начинать его реснуть. То есть, если бы даже его не реснули, все бы остались втроем возле могилки бы, и Магмус бы ульту зацепил всех по ним. Посмотри, сколько голды XP отыграли сразу, только за один фраг. А Дедлиф будет... Нет, хотя нет. Ручки? Делка. Рапсодия подходит, и все это на танцполе, и Делка умирает, и... Баланс восстановлен. Да, баланс восстановлен. А тут уже бегут Мидас. Залетают корни. Как же быстро взорвало этого дедлифта. Ну а почему дерутся-то? Алло. Ой. Нет, то дерево сломалось. Сломалось. Срубили. Ой, подвижено. Инициировал Магмус, сбивают или не сбивают, хороший рассказ от Мидаса. Тем временем забирают у нас Гладиуса, еще и подцепили Темпеста, который до сих пор не может закрутить, но все-таки крутит. Рассказ у Мидаса есть, но он им что-то не особо попадает. Залетает Дедвуд! Ой-ой-ой-ой-ой, избивает он линку, всего лишь силуэтки, умирает Дедвуд. Как же все плохо. Он блинкался под стан Магмуса. Вот что, да. Или нет, а возможно, кстати, под граблю, а потом, да. Потом сразу стан Магмуса, и он заряжает ультимейт в силку. А потом он, по-моему, замахивался в Магмуса, Магмус ублинкался, и он уже с отчаянием утонул в силку ублинку. Да. Обидно было. Ну и Рапса там неплохо среагировал, на самом деле. Если вообще, бы Магмуса да. прошла ульта, она бы не надамажила.
Ну, так-то какую-то 1000 преимущества себе закрепили. Вот. Уже как бы не 2, не 3, уже 4,5 за легионом. Но все равно здесь есть и герои, как Мидас, Темпест, которые могут камбэкнуть. Даже какой-то заранее проигранный фейт, поэтому кажется, здесь все еще далеко даже не очевидно. Здесь просто, мне кажется, будет очень долгая игра. Солстис, по идее, Шранкин должен следующим брать, да? У него ПК, Санитариус, Алхимики. Да. Он очень быстро фармит сейчас. И у него есть опция. Но это предыдущий Солтис имел на этой минуте всего лишь ПК и ПТшку. Да, потому что он начал с ПК. Ну, не то, что, по-моему, он и фармил, покушать, в принципе, по-моему, просто по ПК. Ну, я не наблюдал, но он был с... но и... Как бы он пытался активничать с этим ПК. Этот солд смог поактивничать и без ПК, и при этом оформиться активником. Кстати, сейчас на да, топе... хотят навязать файт команды КАМ. И... Нет, команда КАМ вот сейчас ТП-шатся, собираются. Мне кажется, Деду... Полетели ручки, но на реакцию уходит... Нет, это на разведку. И вот... 5 человек от команды КАМ. И они видят, что... Да, все на варде. Увидели, ну, сейчас ситуация. Следующий заход ручек будет. Ну, сейчас невыгодно мне положение. Ну, и может сейчас попасть Дэдвуд. Дэдвуд в просачок. Попадает он в сачок. Умирает но иллюзия есть... силуэтки. Ну, уже файтится как бы невыгодно, мне кажется, ребятам из Легиона. Рассказ дедлифта. А можно за бесплатно его было сейчас просто размять сульты-то. Глиф. Остается 6 хп у Таура. Полетели ручки, Денай Таура. Темпоста спалили, но не достает. Магнус, тем временем силуэтку забирают и не воскресят ее уже. Темпос пытается что-то сделать, но залетает Делка, умирает еще и Рапсодия. Раскастовывает Солтис, свой ультимейт. Не попадает ни по кому, влетает Солтис. Отменил себе чардж, да ёкарный бобёк. И что же вы все преимущество-то проигрываете? Залетает Магмус, минус Темпест. Да, но это все время на хосте. Ну как-то вообще сумбурно, очень сумбурно. Еще и умирает Дедлифт. Это минус 5 в одного всего лишь Темпеста. Ну, как-то это очень плохо. Умерла Силка изначально. Потом сдохла Рапсодия. Она в корни попал. Потом раскатили еще кого? Кто следующий? Солтис. Мне кажется, Солтис, если бы не отменил чардж после ультимейта, но он с ПК заблинкался и чардж дал. Он чарджил? Мне кажется, да, он да. Чарджил в Глациуса. Ой, там бы так хорошо зашел. По чардж. Троим бы он зашел. Да, он и, почему-то и сразу потом третий был удар. Ну вот все по странно. Краям было, но ну такая умерла иллюзия силки, уже тогда был повод отойти. А так они подарили просто тауэр плюс 5000 голды, они теперь вели, а стали теперь проигрывать да, 1000. 5, и по XP 5, стали 5, проседать. 5-6 тысяч было отыграно. И все это всего лишь с одного темпоста. Ну и Темпест тоже умер там Магнус Супер раскастал. Мне кажется, поздно Магнус Супер поставил. Ну и сейчас я не знаю, честно говоря. Дэдвуд уже 16-й. Угу. Он эту силку он даже... будет просто... Он не то что силку, он знает, что будет делать с этим Солнцем. Ну он всех будет там. Он любого там убьет. Абсолютно любого. Вот сейчас Дэдвуд. Но стоит Рапсодия, да, она будет может пробовать. Просто не успеть. Хотя там был варка, не, ну Дэдлифт так быстро не умрет. Там бронебойные ботинки, 26 армора. Армор, ну да, был варка плюс.
Не, но все равно, как бы, у... Силка просела, силка. Я смотрю, Да, Солстис хорошо да. еще держится, а вот силка просела. Интересно, Затару у Медаса. Перчатка на силу осталась, при том, что челиска есть. Выход. При том, что челиска есть, смотри. И вот этот вот армблейд непонятный. Да, Выход да. в пазлы? Ну вот я тоже пазлы, что еще может быть? Что еще вообще? Или может он хотел Айсбрэнд? ПТшку себе собрать? Не, ну вообще это айсбренд, пазлы, либо стимы. Все, варианты закончены. Силка, возможно, сейчас умрет. А кто там стоит? Гладиус, но... Ну, первый ульт. Ну, если по рассказ попадется, да. Вот проблема начинается у команды Легиона в плане того, что у Делки еще появился Шранка. Появился Шранка. Ульта Шранка. Дедвуда появился и не запылился у нас Дедвуд. И скинул, Дедвуд. Скинул помойный ящик там такой нормальный на дедлифте. Абиссал появляется на Даркледи, и ребята сразу из команды Камп после фрага заходят сразу на Кангора. Да, я думаю, что успею за этот план, а только собрать, он долго не успевает. А, они не знают, печально, они даже этот план не забрали. Да, они не успеют этот план забрать, нет туда лифта. Да, Даркледи достается токен. И все, и как бы да, и на топе даже не успели прохарасить, по сути, вышло нормально. Обидно. Сейчас я думаю. Солтис может сейчас встретиться с Темпостом, но отблинкивается. На силуэтке появляется Фаербрендик. 27 минута. Ну, в принципе, поздно, но лучше поздно, чем никогда. А вот на подходе у Дедвуда уже Кираса. Mighty Blade приобретает себе Tempest сразу после таблетки. Он решил выходить в БКБ. Он без дайгера, но он плотный. Нет, он понимает, что с ПК, возможно, даже если он закрутит, ему может сбить магму с ульту с своим станом. Да, и да, пазлы. Это пазлы плюс Солтис. Я вот не знаю, лучшая ли идея. Не знаю, пазлы, когда они есть, это хорошо. Ехали, Дедвуда разутился в силку. У нас Дедвуд уходит, силуэтка, да... Ручки летят за Мидасом, попадают в него. А почему же вы не деретесь-то, ребята? Послы, посмотри, что с ним делают, разгон. Разгон секунда, но тут есть магмус с подкопом, и походу будет умирать Гладиус. Какие же пички от Солтиса залетают. Ну и... Ой, и я хочу сказать, что ребята из команды Ки снова в игре. Галиев на Т2. Пришла тут силка. И что, залетает на тавр? Лол, он промахнулся под копом. И будут выбивать токен. Да, но силки надо валить. Силки не то, что надо валить. Силки надо бежать, как никогда не бежала. Магмус должен давать под коп. Уходить с ПК. Выбили токен. Правда, не знали тавр. А вот сейчас вот ошибка еще одна была от силки. Ой, от силки от Делки. Ее могут забрать. Разгон от Солтиса. Пам-пам-пам. Ну, нормально. 20% хп, как не бывало. Ну, не так больно, как хотелось бы, но на Солтисе 4600 голды. Там сейчас что-то появится. Как думаешь, что это будет? Ой-ой-ой, Делка залетела в Солтиса. Но если Санитариус непобедимости, да не... А что? Так поздно. Можно реснуть, но пока что летят ручки. Пытаются засейвить силку. Ой-ой-ой. Ну как же все плохо. Рассказ ульты от Солтиса попадает по Мидасу. Тем временем Делк уже трипл килл. Забирают Мидаса. Если бы сейчас Магмус даст стан в Делку, так ее, возможно, заберут. Магмус раскастует ультимейт. Есть Челис, есть стан, и Делку ты умрет. Да, раскатит. А это переворот. Ну не то, что переворот, там и так Делка сбрила все, что могла. Она против троих дралась просто на пол, но все равно. Да, на все равно, да.
И тем временем на Дедвуде появляется БКБ. Решил он не рашить себе брестплейт. Кто? Дедвуд? Дедвуд, да. А что он купил? БКБ? БКБ, да. Ладно, Солстис. 5000. Магнус. 5000. Ребята, Шипсик, да? Шипсик сейчас появится на Магнусе. На Магнусе приобретает он себе Фростберн, Солтис. Ну, да, кстати... Да, походу, будет на Солстис. Ну, это неплохо, это неплохо. Он будет очень дамажный. Вот следующий там Башер появится. Следующий, да-да-да, я могу сказать. Вот это уже такой опасный Солстис. Или БКБ. Ну да, там контроля много. Ну, мне кажется, вот с Казандаром уже задумался. Нет, в плане того, что ему... Без БКБ, в принципе, тут он может встать в корни. Станчик Темпеста, Колба, Глациуса, Раскаст Мидас, ну, БКБ нужен. Да, тут нужен БКБ, просто чтобы тебя не раскайтили. Ну, сейчас, походу, будет умирать Рапсодия. Да тут уже прям, ну, прям вот хотел уже щелкнуть эту сладкую булку, но она вовремя отошла. Да. На миди иллюзия силки. Ну, уничтожает ее. Я думаю, это лучше, чем если бы уничтожили силки. Ой, это залетели в ДЛ-ку. Как же много дамажа по ней-то входит, но ДЛ-очка-то у нас раздамаживает, да, Солтис того же даже Солдиса. Но он жирный, но... Нет БКБ. Раскастован ультимейт Магнус. Только не умри, Магнус, что это такое? И никто не умирает. Ну такой закидан, зачем? У Магнуса 600 голды, 500 голды до Хекса даже было, даже меньше. Там купи Хекс и все. Силка, Силка, что ты делаешь? У нее блин в КД. Ой, толкалка сбивает ей жизнь. Тролла появляется. Еще сбили ульт КД. Какой же, закидан на закидан просто. Не хватило дэмэджа по ДЛ-ке, и даже без ульта Темпеста выигрывали тимфайт. И могут заходить спокойно на ХГ. Темпест своей мекой помогает даже, если падает Т3. Но этим не обойдется. Ну да, это будет меня. Все, да. Вроде вернулись, вроде неплохо, вернулись, да, вернулись в игру. Ну, что-то просто они все шансы сейчас перекрыли вот этим въездом на миди. Да. Я тоже не понял. Въезд, иллюзию отдали сначала. И скорее всего выходит в БКБ. Солтис понимает, что. Третий позвонок. Что хватит терпеть этот контроль. Шипсик все-таки вот на Магнусе. Да, да. Это хорошо, что Магнусу не пришлось бай... Ну, что они не байбекали еще. Если бы они начали байбекать и не отдефили линию, то это был бы ГГВК. Забирают все вышки внебазовые. И, наверное, я думаю, что буду ждать следующего конвора и с ним уже идти и сломать в ту сторону. Сука уже в ногу. А, кстати, токен отдали кому? А, подожди. Силка просто уже... Ой, Делка уже так нам потолкает линии до Т3. Ну, в скором времени, кстати, Конгор появится, но на Делке-то посмотри, уже практически 5000 денег. Она сейчас может, кстати, продать гасты и приобрести себе
Вингбоу. Вингбоу, Savage Maze, скриты, да все что Это, угодно. по-моему, это самый Винжура. верующий Вингбоу, честно говоря, Что? сейчас. Это самый верующий Вингбоу, потому что все, что там может их продамажить, это Силка и Солстис. Да? Силка и Солстис просто по бабочке будут дамажить в 2 раза меньше. 30% выживаемости она еще даст. Помимо того, что там Да, скорость больше. атаки. Нет, Скорость 30. атаки. Ну, Ровно 30 это 30. промахи, но плюс еще ловкость дает армор пассивный. Просто ловкость, когда легкий плюс еще армор, Ну и поэтому... рифтшарды. На силуэтке? Нет, Ой. на делке. Не, ну здесь я, мне кажется, зайдет. Ну, при такой доминации, да. 700 ГПМ силка. Ой, нет. Ровно в 2 раза меньше у силки ГПМ, я Ладно, ошибся. смотри, у Никиты 2000 золота. Но это будет Если вы... пока. Навряд ли это будет Как стак. Думаешь, может он заразился? Заразился в плане. В прошлой игре, играя против Реджента, он не мог заразиться, как думаешь? Не купит он же сейчас тревела? Это, походу, пока сейчас будет. Ему не дали 2 крипов. Да пока. Фармит побор просто все, что есть на этой карте. Да, по-моему, пока летит на Гласиус. Дарк Леди хотела въехать в Солтиса, но... Но нет. Пытаются поймать силку, но это всего лишь иллюзия, которая закончилась. Ой, ой, подцепили, подцепили. Дедва, да? ТП на крипа кто-то дает. Пытаются крипа забрать, но не того. Убивает Делка. Убивает силку с одного удара. И бежит за Дедлифтом ульта. Вот. Трапсодии, ну, вообще и что издевают, просто вообще по 1000 криты не простили команду Ки. Ну, оверфарм на делке дал о себе знать. Ну вот, если бы не тот тимфайт на миде, возможно бы что-то получилось, а тем тимфайтом они просто сломали себе игру. Ну что, сделаем небольшую паузу и вернемся во вторую игру команды Ки против команды Кам. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хон Гарена Рук.